Есть три компонента нашей жизни, которые необходимо запомнить. Первое, если ты не отдыхаешь, обучайся. Если ты не обучайся, работай. Если ты не работаешь и не обучаешься, отдыхай. Второе, энергичность. Это то, чем нужно. Энергичность – это то, на что необходимо обращать очень сильное внимание. Энергичность и коммуникабельность. Коммуникабельность и энергичность. Стремитесь к популярности, стремитесь к коммуникабельности, стремитесь к энергичности. Делайте это энергично. Если вы не знаете, что говорить, просто берите, включайте телефон в ТикТоке, вот вы выпустили там стол или там что-то, и говорите каждый день: я сделал этот стол, я сделал этот стол, стол красивый, его можно вытереть, я сделал его так. Потом минуту сидите, вновь говорите: одни ушли, другие пришли. Я сделал этот стол, стол хороший, мне он интересный. Я вот думал, делать стол или не делать, но решил сделать. Как вам мой стол? А где мой стол находится? А он находится в таком-то городе. Я столешницу могу сделать и красную. А могу и не делать, но я хочу делать. А вы хотите, чтобы вам сделал? А хотите песню спою?